Приветствую всех, друзья, меня зовут Дмитрий, и мы продолжаем вместе с вами проходить игру Бастион. В этой серии мы, наверное, отправимся за очередным ядром, либо за тем таинственным незнакомцем, который в позапрошлой серии нас обокрал. Он унес одно из ядер прямо у нас из-под носа. Так, ну я пока не знаю, в чем наша цель, кроме того, что мы таскали вместе с вами вот эти вот ядра. Сейчас мы с вами принесли целых 3 ядра и смогли построить винокурню, кузницу и арсенал, где можем менять оружие. Давайте возьмем лук, наверное. Ain't much kid can handle with hammer and bow in hand. Ну давайте отправляться дальше. Так, у нас открылась новая парящая земля, висячие сады. Прям принц Перси. Никому не ведомо, что ждет внутри. Над этим местом висит пелена. Ну-ка информацию узнаем. The Hanging Gardens. Folks used to go here to relax from their relaxing. Ладно. Так, что-то страшное. The dead welcome him with open arms. Тут прямо... Такое ощущение, что смог. Видите? Может, это вулкан? А это убил все земли. Kid sees a plain frozen faces all around. Да, смотрите. Хотя. You don't much care to see him. Not like this. Будем. Развеивать их прах, чтобы они не оставались в таком виде, ребята. Довольно ужас. Так. Хоть что-то ценненькое еще соберем. Я не думаю, что тут кому-то что-то будет нужно, кроме нас, как понимаете. Все мертвы. Остались только мы. Ну еще тот мужик. These folks never saw the calamity coming, but someone did. Someone close. Да. Ну-ка. Тут, похоже, надо было, чтобы у меня была бутылочка магнита. Если ее выпить, можно притягивать к себе предметы. Как видите, тут мы не сможем это сделать. Ну да ладно. Так. Еще люди. Someone who ain't like Mr. Beckley and his kindly wife. Дети. Ужас. Похоже, вот и начался сюжет, да? It was someone like him. Да. Живой? Он живой? Да, живой. Давайте пробьемся к этому парню. Офигеть, я думал... Понятно. Ну, как видите, это будет не очень легко. He's got so many questions after all. Так, все нормально. Опа-на. The Thunder Brothers didn't make it. Это братья? Ох! На тебе, тварь. Неожиданно. They never saw what it was like beyond the walls. Так, так. Птички, мальчик. Norty, the bird boy. Didn't make it. Печаль. Покойся с миром, друг мой. The Jawsons. They didn't make it. Покойся с миром тоже. Я даже не знаю, у меня... Вроде я их никогда и не знал лично.
Грэди Синьор, Грэди Джуниор. They didn't make it. Все равно такая печаль, что ли, на сердце. Накатывает грустные мысли. He survived. Так, понятно. О, что-то новенькое. Печать Ура. Печать Ура. До катастрофы Тазальская лопата была редкостью в Каэндуонте, ибо лишь немногие Ура жили в городе, теперь их осталось еще меньше. Ура. Это, похоже, у нас другое королевство. Так, тут у нас мусорка, похоже. Just think, without that man, we wouldn't be here right now, would we? О. Так, FPS просел ужасно, ребята. Неожиданно так. Я все-таки мою систему напрягает эта игра. Так. The core survived as well. Ну как, нравится твари? He does what he has to do. Да. По-другому никак. Зачем их оставлять в таком виде? And then, what do you say to a man who's seen too much? Я не знаю даже. Так, разрушать мы ничего не можем. Kid has no clue, but he says this. Что? We have to go. Please. Мы должны идти, пожалуйста. He's a proper gentleman, that man. His name is Zulf. No hiding, he's an Ura. Folks like him ain't never been a common sight in Ceylandia. He's relieved to see a living face or two. The kid and I introduce ourselves in kind. Both to him and to each other for the first time. Офигительная компания. Этот парень чем-то похож еще на вампиров. Смотрите, бледный как смерть. Прям Дракула. И в юбке. Так, печать Ура. We fought the Ura decades ago, but that was then. Things are different between us now. Это своеобразная, может, саперная лопатка? Come on, give the little tiger break. Так, ну-ка. Спросим у него про городской знак. For Zulf, Ceylandia was like a second home. He's real worried about his first home, too. Far to the east. Ну-ка, еще. Печать Ура. Ты давно в Каэндуонте? Ты приехал с самого востока? He was born in the Tazzle terminals. The Ura sent him on a mission of peace to our city, and he's lived here ever since. Угу. А хрустальный заколку тебе не приходилось видеть девушку, которая носила ее? We all lost loved ones in the calamity, he says. I don't know how I'm gonna go on without mine. Понятно. Ну что же? В этой серии мы сделали больше, чем обычно, не только добрые ядро, но и нашли хоть кого-то, кроме этого старика. Ставим печать. Хм. Так, я не понял, ядро восстановит только это место, или мы сможем восстановить вообще все? Well, look what we have here. Мемориал? Я не знаю, что это за штука. The memorial. Here, kid can pay respect to the old world and earn it in kind. Так. The valediction. Just another one of my sketches. Nothing more. Так. Служба. Хотя мемориал это всего лишь красивый жест с нашей стороны, он все же выражает наше почтение к старому миру. Если мы 5000 соберем, дадут еще заработать и первый приз вам необходим на необходимом количестве испытаний.
Просто, похоже, достижение своеобразное. Ну, не знаю, не очень полезное. Words can't express what happened, but they're all I got. Так, ну все. Потихоньку начинаю с вами отстраивать мир, я думаю. Либо хотя бы что-то, что будет семенем, из которого родится новый мир. We tracked down a couple more cores near the edge of the city. Так, давайте вот это. Сатпифия. Она находится в святилище бога хаоса и порядка. Информацию узнаем. There's Pith Orchard, built in honor of the bull, and folks like Zulf, who pray to him. Ну что ж, теперь молиться некому, ребята. Остались мы втроем. Мне все-таки интересно, кто же украл ядро. Ого, мы впервые нормально опустились. Так, ладно. По старинке сейчас все разрушаем, узнаем, что где. Folks used to make pilgrimage here to pay their respects to Pith, the bull. Well, the gods are long gone now, and the orchard core is long gone too. Так, бык. Я думал, он будет врагом. Так, мне с тобой что-то сделать можно? Там сзади что-то повернуть, по-моему, можно, нет? Ну, бог с ним. Так, а тут что? Pith stood for something once. Something real. Да все когда-то значило очень много. Пока люди считают. In time, though, the bull stopped being a symbol and started being decoration. Пока люди за что-то цепляются, это важно. А потом нет. Это кто? He couldn't even save his loyal subjects. А. Так, обратно FPS просел. Сейчас чуть-чуть подождем, у меня 2 FPS, ребята. Ну. Отвисни. 2, 1, 1, 2. Я не знаю, с чем это связано. У меня ничего больше на компьютере не запущено. Так. Возможно, мне придется сейчас переначать запись. Стоило мне переначать, как более-менее стало. Что-то шероховатое. Ладно, посмотрим, что это. Свиток проволоки из предпочитаемого инженерами очищенного сплава используется для создания пусковых механизмов и амуниции. Ладно. Pith makes a decent scarecrow, at least. Так, это АХП, что ли? Ага. Then Pith lights up like a rodeo. Ain't easy punching through his hide. Так, держим удар. Похоже, надо продержать, пока он не остановится. Breaks into bits. Must have been guarding that shrine. Отняли тоже прилично здоровье, ребята. Как вы видите, да? Собираем вот эти яблочки. Не знаю, что они нам дают вообще. Святилище. So what'll it be? Invoke the gods or tell them off? Так, ну давайте. Pith. Ну ладно. А 10% больше опыта дается. Kid decides to press his luck. Well, if the gods are alive, офигеть. Знал бы, не трогал бы ничего. Мы, похоже, разозлили сильно богов. Ну что же, покажем им, где раки зимуют.
Kid ain't never seen windbags that quick. Maybe old Pith put a scare in him. Да не будут меня ничего пугать. И не таких ломали. Ну, отец, тварь. И ты держи. Зато мы больше опыта получаем. Так, вроде справились, да? Хотя здоровья осталось мало. Неплохо. Сколько еще будет эта злоба у них длиться? Так, так. Ну-ка. На. Kid passes Pith's trial, and he's richer for it. И где моя награда? Да не буду я пока лечиться. Я пока еще живой. Так, душевый пифий. The gods don't care about trinkets, but the kid ain't no god. И куда теперь? Ой, ой, ой. Я не понял, теперь все враги будут всегда такими сильными, что ли? Неплохо. Kid ain't found a core, but at least he found Zulf's precious shrine. Ну ладно. Будем считать, что это круто. Так, тут что-то у нас будет, похоже, да? Угу. Ну ладно, в баню их. Похоже, это все. Ух, ну ладно, хоть так. В этот раз мы не нашли, конечно, с вами ядро. Now we can build a shrine of our own, though I got some alternatives in mind. Так, мы нашли все-таки ядро? Нет, не нашли. Парень хочет с нами поговорить. Плюшевый пифий, может, возьмешь ее? Все-таки ура поклонялись тем же богам. Zulf doesn't touch the thing. Says the god of commotion is no children's toy. Так. И что это было? Старик. Поговорить с плюшевой... поговорить о плюшевой игрушке из сада Пифи. Боги не стали останавливать катастрофу, правда? Лиура feared the gods. We turned them into toys, put their faces on our walls. Угу, вот нам и отомстили, похоже, да? Ну ладно, ребята, я думаю, на этом будет самое время закончить нам очередную серию. Оставляйте свои комментарии, если вас заинтересует это прохождение и тому подобных игр, тоже пишите, я постараюсь найти что-нибудь похожее. Согласитесь, игра все-таки интересная, тут хотя бы за сюжетом интересно следить. Неплохая, так сказать, сопровождающая музыка, неплохая сопровождающая музыка, вот так будет правильно сказано. Радующая глаз графика по мне, ну и тому подобное. Даже боевка мне здесь нравится. Спасибо всем за просмотр. До скорых встреч. Всем пока.